Друзья, гости моего канала. Сегодня у меня очередное урха утро. Люблю просыпаться рано-рано-рано, когда еще даже солнышко не взошло. И хочу поделиться с вами еще одной своей радостью. Сейчас я ее даже поверну. Вот такая у меня еще одна красоточка. Вот так смотрится мое окошко. Чудная вторая королева в моей квартире. Сейчас я вам покажу. Вот. Бутончик распускается. Еще бутончики. Абсолютно здоровые корни. Не удержалась, я взяла вторую, потому что мне сказали, что больше завозов таких орхидей не будет. Я решила, что пока мне отдают по очень хорошей цене, да еще подарков кучу, надо брать. Теперь у меня они стоят вот так на моей окошке. Я ими любуюсь. И вот моя еще одна красоточка. Сейчас я вам постараюсь показать цветоносики у нас здесь. Сейчас. Вот я думаю, теперь видно. Мне кажется, все-таки это точно цветонос. И вот здесь еще, как бы показать. Вот там. Но там я не знаю, может там и корешок. Но вот этот, мне кажется, точно цветоносик. Он остренький, повернут вверх. Вот такой замечательный молодой листик в этой красоточке. И она тоже больших размеров. Листья у нее крупные. Цветение вы этой орхидеи уже видели. Ну вот, когда еще зацветет, я вам еще раз ее покажу. Кому понравились мои орхидеюшки, мои орхоновости, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Я очень люблю общаться со своими подписчиками, друзьями. Делитесь своим опытом. Я буду очень рада. Подписывайтесь, будем общаться. Спасибо большое за внимание. Всем пока. С вами была Мария.